Всем привет, с вами Лев, ребята, и спустя 3 месяца я решил снять ролик, да, по лаки-блокам, да, вы набрали как бы 6 лайков под роликом, ну я там комментарий оставлял, да, то что как бы будет 6 лайков, будет ролик, как бы набрали 6 лайков, и да, вот такой вот мест я сделал, да, прикольное, добавил новые моды, ну и в принципе ладно, давайте начнем. У меня вот эта территория есть вот такая вот, ну она не то что большая, но такая нормальная, я думаю, средненькая. Вот эти вещи я брать сейчас не могу, я их буду брать только тогда, когда сломаю хотя бы полстага лаки-блоков, да. Давайте я вот это заберу. Хорошо, так, у меня сейчас скорость уже нету, давайте я уберу вот это. И сразу же я покушаю, да. Давайте, в принципе, начнем. У меня стоит кара, да. Не знаю, как получится. Я тут сердечки не добавлял. То есть у меня будет 22 жизни. Сейчас я тут попробую посмотреть. 22 жизни. Давайте вот сюда где-нибудь поставлю эту штучку. Можно ее даже изменить. Давайте вот это. Все, окей. Я давненько уже с модами не играл, если честно. Вот как раз месяца 2, месяца 3. То есть я вообще ими не интересовался никак. То есть максимум моды для PvP, но это уже, можно сказать, другая история. Ну ладно, подождите, у меня что, магнит включен? Давайте его отключу. Так, вот так вот делаю. У меня сразу далась крутая кирка. Она же золотая, да? Железная, да, жесткая. Хорошо. Теперь я смогу ломать всякие изумруды, да. Главная цель, как бы, добиться, ну, сломать все эти лаки-блоки, да, ну и эмеральдовую броню получить, да, изумрудную. Что-то мало чего выпадает, это не маяки почему-то выпадают, я не знаю почему. Я тут свою текстуру сделал. Вот эту. Да почему не ставится, подождите. Капец. Блин, я забыл геймрулы, кибинвентарь поставить. Стой. Вот это я сделаю, а теперь напишу килл. Я что-то забыл про это совсем, да. Ну ладно. Хорошо. Так, у меня есть куча тортов. Они мне прям так пригодятся сразу, видно, да. Вообще, пригодятся, да. Да-да-да, конечно, ладно. Так, это выкидываю. Я уже сломал неплохое количество лаки-блоков. Не знаю, насколько ролик получится, но... Фиг его знает, да. Мод здесь хардкорный, да. Будет, наверное, пожестче, чем в прошлом видео, да. Так, ты издеваешься, да? Я как бы не нубик в Майнкрафте, поэтому до свидания, да. Тут думал то, что за 5 алмазов, блин, мертвый куст, блин, куплю. Ну, ладно, так. Это было... Это листва Bedrock, окей, хорошо. Так, опыт. Ну, блин, сейчас такое выпадает, ничего интересного особо не выпадает сейчас. Поэтому я лучше сделаю вот так вот, чтобы было поинтересней. Так, вот так вот сделаю. У меня тут какое-то сообщение. Хорошо, вот это я сразу все сломаю и заберу вот эти вещи. Да, так, ну, достаточно неплохо. О, хорошая зелька есть уже. Если какой-нибудь босс вдруг появится, да, что-нибудь жесткое будет, то можно выпить. Хорошо, пока что у меня еды нету, мне не дается еда. Хотя, уже немножко есть, да. Можно ее скрафтить потом, умру. Да. Также есть зельки плохие, их на себя бафну. Ну и буду пока что вот так вот как-то что-то делать, да. В принципе, логично. Хорошо, пока что вообще... О! Так, это хорошо. Чё взрывается? Ни хрена себе, а что это было сейчас? Я что-то не понял немножко, да. Так, ну окей. Блин, это плохо, что меня ударило, если честно. Так, шо? Что? Я не понимаю, что происходит? Почему здесь взрыва... What the fuck? Нифига себе. И золото. Это топово, да, сразу видно. Блин, опять взрывается все тут жестко просто, да. У меня есть модную эмеральдовую броню, кстати, да. Я уже про эмеральды говорил сегодня, да, про изумруды. Тут, я думаю, ссылку на сбоку я оставлю в описании, хотя я сейчас вообще ничего в описании оставляю, потому что я просто стараюсь быстро выложить свою... Не выложить, а выложить ролик пытаюсь, да.
просто сразу же выложить и забить на все, да? Но я сегодня так делать не буду, я, наверное, выложу заправку. What the fuck? Посмотрите на это, я даже убежать не успел. Офигеть! Фу, хорошо, что они хотя бы горят. А, по-моему, гиганты не должны гореть. Зачем я это сказал? Я просто похлопну. Окей, блин, меня какой-то босс подкидывает. Блин, ну капец, мне кажется, я сейчас все лаки-блоки так сломаю. Я думаю, я сейчас добавлю еще лаки-блоков, потому что как-то быстро это произошло, да. Давайте тут, короче, все. Раскидаю, хватит меня подкидывать. Хватит меня подкидывать, у меня уже тут кровью стекают. Рыба. Она не собирается, у меня тут уже подлагивает. Начинаются первые лаги, так сказать. Да? Блин. Дармен, я в тебя не смотрел. А хотя нет, я тебя смотрел. Так, тактика топовая, да. Так, я покушаю. Так, ну вроде бы на меня не отлится особо. О, нет, 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 нет! Что? Да почему так лагает, подождите. What the fuck? Вот это было опасно, конечно. Так, да блин, ну что за... Меня убило. Супер. Тут еще два лаки-блока, один удачный, один неудачный. Я думаю, когда я их поставил, это не считается. А хотя нет, это считается. Я уже забыл. Видите, я уже реально давненько с модами не играл. Поэтому скоро будет Let's Play. Ну нахер. Ладно, так. Хорошо, ну, думаю, выпуск получится такой себе, конечно, но... Хоть что-то, да. Нет, 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 только не бум, нет, бум, блин, сейчас будет, сейчас взорвется все. У меня, видите, какие же лаги, то есть такой трэш происходит, уже такие лаги. Давайте я поясовку поменьше сделаю, потому что, ну, чтоб, ну, да, получше стало, да. Немного получше стало. В смысле, а ты что такой злой, алё, я тебя даже не трогал. Что за наркоман, голем? Ты что, наркоман, что ли? Хороший вопрос. Охренеть, ну давайте мы их забьем, я не знаю, забьем. Они же ко мне не лезут, чё я к ним не лезу? Но все нормально. Оно взрывается, что ли, не понимаю. Мега-боб. Всё. А, нет! Нет, сваливаем, сваливаем, сваливаем! Опять эти зомби долбаны, нет! О, боже мой, вы на это посмотрите! Просто вот на это посмотрите, что происходит. Даже звуки не все прогружаются. Эти зомби лаки создают. Да, я уже все лаки-блоки, хотя какие все, я поставил их. Ну-ка, дали пройти быстро. Я их буду, блин, поднимать. Да, иди за мной, блин, Да дайте мне лаки-блоки сломать. Блин, ну мне кажется, это все. Это жесть. Давайте я сделаю вот так вот. Я думаю, то, что никто ничего, ну, плохого, типа, не скажет, потому что, блин, ну, лагает. У меня хотя бы блоки на. Все, не лагает, нормально. Зомби просто я на лаге создают, они просто мешаются. Они. Тихо, 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 нет! Блин, даже. Так, все. Железные големы, они охренели. Все, я пошел их, короче, убивать. А что такое громкий звук, алё? Что такое громкий звук? У меня, правда, наушники. Да блин, задолбали, что они меня с первого раза убивают, а? Блин, я забываю про удочку. То, что она здесь притягивает. Да, притягивает людей, окей. Вообще шутечка, братан. Так, о, лаки-блок. А что мне это дало? Так, по-моему, я... Интересно, я уже не помню. Я говорил про текстуру, то, что я текстуру сам рисовал. Потому что, ну, таких лаки-блоков вы не найдете с этой же текстурой. Потому что я ее сам делал. И ссылка на этот мод будет в описании. Может быть, и на всю сборку. Да. По сбоку я говорил, ладно. Блин, капец, просто трэш какой-то происходит, если честно. Я даже не знаю, ну... Давайте, не знаю, закончим. Какой-то такой себе выпуск получился. Заранее извиняюсь за... Ну, за такой вот скучный, наверное, выпуск. Ну, ладно. Так, еще лаки-блоки. Нихера себе, а чё так... Чё так, блин... Я сам себя взорвал, нормально ли я не взорвал, убил там сам себя. Какой-то странный человек, когда я сам себя убиваю. Ладно, так, давайте я телепортнусь сюда. Вот, окей.
Хорошо, да. Так, хорошо, хорошо. Динамит, опять этот динамит. Да почему во всех видео с лаки-блоками, а именно целых 3 получается, да, у меня происходят взрывы, какие-то бомбы взрываются, я не знаю. Что за трэш, да? Так, ой, скелет, здорово. Так, я тебя убью. Сейчас попробую убить. Так, все, ну блин, ну я думаю, на этом все. Заранее я извиняюсь. Заранее я извиняюсь перед тем, то что, ну, такой вот нудный ролик получился, хотя бы какая-то броня стала появляться, но это уже был последний лаки-блок. Вау, нифига себе. Так. О, давай! Все. У него там броня была. Все, всем спасибо. Пока-пока, ребята. И увидимся в следующем видео. Все, всем спасибо. Да блин, где? О, почему постоянно, когда я заканчиваю? Блин, ну что за трэш? Почему везде эти лаки-блоки? Офигеть! Офигеть, люди, все! Миссия выполнена, сейчас можно заканчивать просто весело. Потому что я сделал суть ролика. Был в том, чтобы я сделал изумрудную броню. Все, я ее делаю. Охренеть. Просто супер. Просто офигенно. Я не знаю, как что еще сказать, но это просто офигенно. Давайте я ее сделаю. Пока меня там не убили. Да. Меня там слайм пытается убить. Так, все. Надеваю броню, это снимаю, это одеваю, и, ребята, все, у меня есть эта броня, поэтому все, я выполнил цель видео, сломал все лаки-блоки, получил изумрудную броню, она еще дает эффекты прыгучесть 2, защита и скорость, сила она не дает, я ее выпил просто, да. Всем спасибо, ребята, всем пока-пока! Да, эпичный момент, всем пока!